Не без труда, но переиграл Урал со счетом 4-2. 2008 года рождения, нефтяник. Ну и, соответственно, момент какой хороший, посмотрите, какой гол! Забивает Локомотив. Нефтяник, там будет затяжная домашняя серия. 4 игры подряд нефтяник будет играть дома. Вот как-то так интересно достаточно составлен календарь первенства области. Хороший момент у нефтяника. Вот шанс сравнять. Вот шанс. Гол! 1-1. Ну что? И посмотреть полностью эту игру. Полная запись матча есть в телеграм-канале. Правда, кусочками по 5 минут. Вот. Разбег. И Иван Милецкий справляется. Добивание. Гол. 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 Забивает. Угловой сейчас нефтяник будет подавать. Смотрим. Подача. Но до удара дело не доходит. Здесь. Распасовка пока у Локомотива. Аккуратно они играют, железнодорожники. Снова Виктор Козловский. Посмотрите, какую скорость набирает Виктор. И вот, похоже, 1-1 выход. Гол! Забивает Виктор Козловский. Ну что, 2-2. Это дубль Виктора Козловского. Вот сейчас нефтяник ходит в штрафную. Удар какой! Гол! Шик и блеск, друзья! Вот он гол! 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 Забивает нефтяник. Ну что, Никита Фенченко догоняет Виктора Козловского. Распасовка пока у нефтяника. Денис Барбашин. На Ивана Маркелова. Прошу прощения, не на Ивана Маркелова там. Не увидел, но на Романа Габдуллина, да, конечно. Далековато здесь. Вот сейчас Маркелов с мячом. И забивает Маркелов. Гол, 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 гол. Снова Маркелов. Скорость набирает Иван. Ну что, передачу будет отдавать. Да, здесь передача. Ну, слишком она как догнать-то получается у нефтяника. Распасовка. Фенченко. На Маркелова. Но Маркелов тут до мяча не дотянулся. Буквально чуть-чуть совсем. Барбашин. Уже в штрафную входит Денис. Здесь прострел. Череда рикошетов. Пока с мячом нефтяник. Маркелов. Вход в штрафную. Дальний удар. Ой-ой-ой. А я вот и не увидел. Коснулся ли кто-то. Ну что? 5-2. Вот так. Нефтяник увеличит свое преимущество. Ну, а, 3 гола, да, прошу прощения. 3 гола Маркелова. Ну да, все, все, разобрались. Главой подает нефтяник. Опасно. Борьба за мяч. Кто пробьет? Удар. Гол. 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 Да это Сергей Калашников там. Забивает Сергей, вот, пожалуйста, еще раз доказывает Сергей, что преображается игра с его приходом. 6-2! Заброс на Виктора Козловского, ну что, вот возможность Виктора Козловского хэт-трик оформить и гол забивает Виктор Козловский. 3-6!